В Барнауле и Рубцовске передать показания можно двумя способами. Через личный кабинет системы «Город», ссылка сайта сейчас на ваших экранах, либо в аналогичном приложении для смартфона. Показания принимает и управляющая компания. По телефону, чату или имейлу. У барнаульцев также есть возможность позвонить в вычислительный центр ЖКХ. Его контакты на экранах. Показания принимают до 25 числа каждого месяца. А с 1 по 10 должна поступить оплата. Рассчитаться можно, не выходя из дома, несколькими способами. В личном кабинете системы «Город» через Сбербанк онлайн и автоплатеж, а также на устройствах самообслуживания Сбербанка путем сканирования QR-кода, расположенного в верхнем правом углу квитанции. Что касается бичан, то они могут воспользоваться сервисами компании и провести оплату без комиссии. Через услугу «Личный кабинет» на официальном сайте сибирской генерирующей компании или мобильное приложение СГК. Причем мобильный сервис позволяет не только проводить финансовые операции, но и оперативно получать ответы на вопросы по качеству теплоснабжения. Проконсультировать могут также и на официальной странице СГК ВКонтакте. Специалисты СГК особое внимание обращают на пожилых людей, которые на «вы» с современными технологиями. Помочь пожилым людям зарегистрироваться в личном кабинете и оплатить услуги могут их родственники. Мы просим позаботиться о своих близких и не подвергать их риску, таким образом избавить их от необходимости посещать почтовые отделения, банки, управляющие компании и контактировать с большим количеством людей в помещении.